На сцене областного молодежного центра «Химик» зажигают звезды Сибири. На суд зрителей сегодня только номера самых талантливых. Конкурсные испытания позади, гала-концерт в самом разгаре. В пятый раз в Омске проходит отборочный тур международного проекта «Сибирь зажигает звезды». Вот уже на протяжении 5 лет объединяющего столицы краев и областей – Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, а теперь и наш город. В течение целого года фестивали «Планеты талантов» проходят в столицах регионов, выявляя лучших. В жюри специалисты из Москвы, заслуженные артисты и работники Российской Федерации и зарубежья. Профессионалы, готовые не только непредвзято рассмотреть и оценить каждое выступление, но и дать подробный разбор участникам, подсказать следующий шаг развития. Я считаю, что конкурсное выступление как ничто подтверждает и мастерство детей, и то направление, в котором двигается педагог. Потому что только слушая своих коллег, только слушая своих соперников творческих, можно расти и делать выводы и по себе, и по этому направлению в целом. В этом году многие были из тех, которые были прежде, но прирастают конкурсы и новыми лицами. Я поздравляю всех тех, которые заняли призовые места, и желаю тем, которые не заняли призовые места, двигаться к этой цели, потому что, в принципе, место – это не главное призовое. Главное, чтобы ребенок любил музыку, чтобы он уважал своего педагога и, самое главное, был предан нашему искусству. В конкурсе несколько номинаций: инструментальный жанр, вокал, академический и вокал народный, театр мод, эстрадный вокал, хореография, театр и художественное слово. За отличные результаты в творческой деятельности учреждены премии для одаренных и талантливых детей. Знаете, в этом году очень много было достойных соперников, и, как бы, честно говоря, конкуренция очень высокая, и все отлично пели. Даже более того, и, как бы, я, честно говоря, сам не могу поверить еще в то, что произошло, в то, что я занял вот это вот место, и я не знаю, как бы, я еще до сих пор не могу прийти в себя. В завершении вечера вручение дипломов. Их получают как талантливые дети, так и их наставники. Помимо этого, участники фестиваля получают и специальные приглашения для поступления в престижные вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторых поощряют бесплатными поездками на Черноморское побережье, где можно будет не только отдохнуть, но и вновь проявить себя на летних конкурсах-фестивалях. Ну а финал проекта «Сибирь зажигает звезды» пройдет с 10 по 14 мая в Новосибирске, где абсолютному победителю будет вручен грант в 100 000 рублей.